здесь вот, полагаемо, где-то стоим мы. Вот это уже построено. Ну, так тут вон сколько будет. Мы как раз здесь будем. Да, да, получается, что вот здесь, судя по схеме, будет общий какой-то променад, ну, такой общедоступный. Торговые какие-то точки, да, там слева такой парк, ну и там заложено уже что-то. Ну и вроде как тут что-то должны они отделать, какая-то арка там такая парадная на пляж. А что я рассказываю? Это ж не мое. Да, что рекламируем? Да, так. Не, ну мы не рекламируем, мы вам, да, мы вам просто показываем, что строится в Черноморске. Общались с женщиной из Урала, из-за Урала, да. Она с сыном живут по разные стороны, одна слева, с внуками, значит, а сын с женой и с внуками. Ну, напротив, да, напротив. Через дорогу. Я недоволен. А вот она, кстати, и идет. Женщина вон там, вон в синем, как она видна отсюда. В синем колонке. Может, она одна здесь и живет? Вон там живут люди. Угу. Да. Вроде бы рядом. Но не на одной телефоне. Ой, это металлический. Я думала, деревянный. Вот. Площадочка. Бассейн будет. Тут три басика должно быть. В этом комплексе по басике. Люди вон, ну, немного, но уже покупают и живут. Вот сделают бассейн. Нет, вообще здорово. Басик с уклоном прям. Угу. Такие домики прям. Прям хорошенькие. Небольшие. Да. Все, сейчас вырастут деревья эти. И все. Растут тут очень быстро деревья. Просто быстро. Вот наши деревья выросли за эти 3 года больше, чем на метр в высоту. Вот которые у нас деревья. Здорово. Домики мне очень нравятся. Приятненькие такие. Пойдем. Вот эта часовня будет тут своя. Вот. Да, для Черноморского, я вам хочу сказать, это просто бомба. Нет здесь таких зданий. Но теперь построиться будут. Ой, ну прелесть. Ну. Я вот не была в Сочи, но была 40 лет назад. Ну прям, ну что, Европа. Это в Сочи, там к Олимпиаде. Все это отстроили. И
европейского класса. А тут-то ничего ж такого не было. Да, масштабное такое строительство получилось. А когда просто проезжаешь мимо, как-то и не видно, что здесь столько уже понастроили-то в глубине. Вообще. Так что, мои дорогие, те, кто хочет жить в тихом маленьком городке, но вот в таких шикарных условиях. Вот есть такая возможность. Вот у людей уже и растения по сеточке уже ползут. Мы в Египте жили, у нас вот такие потолки были на балконах из балок. А тут больше людей живет. Вот прям вход. Слушай, а тут больше продано. А тут больше продано уже квартир. Угу. Это первая очередь. Все, 300 по акции. В начале стройки было 2 года назад. 2 года ждали. 700 тысяч. Это сколько? Однушка? Студия 34 метра. Или сколько она сказала? Студия 34 метра. Сколько по деньгам? Начиналось от 700. От начиналось. Сейчас сколько? За 1,3 по акции купили в Новый год. Угу. А так 1 700 800. 1 700 800 студия. Мне нравится, что прям сами. Угу. Все вот уже, это, да. Это уже свеженькое растет. Вот эти стебельки. Да это сейчас, вот, я говорю, за 3 года у нас больше, чем на метр выросли. А мне нравится, что можно как с балкончика заходить. Угу. На первый этаж? Так что, мои дорогие, приглашаем в Черноморск, в итальянскую деревню. Вот. А самое главное, что выходишь из комплекса, и вот тебе море, пляж. Вот, с дачи комплекса. В 2020 году всего. Молодцы, и деревья уже посажены. Все, и травка, и все как надо. Вот, а сын с невесткой были внутри, у женщины так познакомились. Им просто очень понравилось, как все сделано. Вот так, дорогие мои. Хорошая итальянская деревня. Приезжайте, покупайте. И будем жить рядом. Потому что пока мы никуда не уезжаем. Поехали домой. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.